Всем доброго здравия, ассаламу алейкум всем друзьям. Вот еще были от вас вопросы, показать, как сайд-степ делать. Это вот в сторону проваливаем. Ну, как я делаю? Это вот ближайшей ногой, если вот в эту сторону я делаю, я отшагиваюсь. Конечно же, толкаюсь этой ногой. Вот стоим на стоечке, раз сюда. Обязательно разворачиваем корпус. Корпус разворачиваем, если уходим. Здесь корпус крутим вместе с ножкой. Здесь также. Просто если мы будем отшагивать, у нас не получится. Нужно толкнуться обязательно в эту сторону с правой ноги, в эту сторону с левой ноги. Это для чего делается в дальнейшем? Для того, чтобы нам встретить отсюда. Получается, нога касается пола, рука, образно говоря, касается цели нашей. Бам, здесь вот мы работаем, 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 ждем, дергаем. И отсюда, бам, или отсюда встречаем. Потому что здесь обязательно должен быть упор для жесткого удара. Встречный удар, он обязательно должен быть крепким. Здесь мы бам, вставили, ударили. Вставили, ударили. Здесь же бам, бам. Как только пробили, ударили, обязательно нам нужно стоечку как бы во все оружие всегда быть. Работаем, работаем. Раз пропустили, все к нему. Здесь стойки. В эту сторону. Раз. Раз пропустили, все обратно к нему. Всегда вот такая работа. Даже если отрабатываем. Оп, все здесь. Оп, все, рядышком сюда. Вот такая вот работа. Вот, шагами. Благодарю.